Приветствую вас, друзья! В этом видео я расскажу о простой, эффективной методике похудения. Суть ее в том, чтобы дать нужные импульсы, так сказать, зарядить пищу, которую вы употребляете, чтобы она в большей степени преобразовывалась в энергию, а не в жировую ткань. И кроме того, при этом методе уже имеющаяся жировая ткань лишняя, она точно так же будет преобразовываться в энергию, то есть лишний вес будет уходить. Итак, что для этого нужно? Перед каждым приемом пищи, завтрак это обед или ужин, или какой-то перекус, вот всегда делайте так. Непосредственно перед тем, как начать кушать, на пищу произносите такие слова, шепотом, мысленно или вслух, как будет удобно. Говорите: «Пищу сию благословляю отныне и впрок, да пребудет моя сила, да сойдет жирок». Истинно. И вот только после этого начинайте кушать. И кушайте очень медленно, насколько это возможно. И вот делайте так каждый раз, как я уже сказал, при любом приеме пищи, возведите это в такую традицию, и скоро вы заметите, что весь лишний вес у вас ушел. А сил и энергии стало столько, что вы будете чувствовать, что готовы свернуть горы. И естественно, во всех ваших делах вы очень быстро еще наведете порядок. Спасибо за внимание, друзья. Спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь на канал. Всем желаю всех благ и до новых встреч.